Выпускники 9 классов 2023 года будут сдавать 4 выпускных экзамена. Это русский язык и белорусский язык изложения, математика письменная работа и экзамен по истории Беларуси в устной форме, по билетам с выполнением определенных практических заданий. Выпускники, которые стремятся получить аттестат об общем среднем образовании, то есть выпускники 11 классов, будут сдавать 2 централизованных экзамена. Первый. С одной стороны, для них все это облегчилось, испытание, да? Упростилось, да, потому что мы видим совпадение здесь определенной степени выпускной кампании за 11 класс и вступительной кампании. То есть такая интегрированная форма у нас получается. Итак, 2 централизованных экзамена. Первый – это русский либо белорусский язык на выбор. И второй централизованный экзамен – это экзамен профильного предмета, тоже на выбор учащегося. А, кстати, экзамен по русскому или белорусскому языку после 11 класса, это диктант, изложение? Нет, это тестовая работа. Тестовая работа. Речь же сегодня идет о чем? Унификации вот этих вот экзаменов в учреждениях общего среднего образования. А как мы их можем унифицировать? Мы, в общем-то, вводим вот эту форму. Это первая форма, да. А первое, мы должны, скажем так, унифицировать и поступление, то есть востребованность этих экзаменов или возможность использования этих экзаменов при поступлении. А там мы принимаем еще ЦТ. Понятно. Да. Продолжайте, пожалуйста. Итак, второй централизованный экзамен по профильному предмету тоже будут сдавать ребята по выбору, как я сказала, и это те предметы, по которым предусмотрена сдача централизованного тестирования.